Волонтерский опыт студентов университета с каждым годом только возрастает. В этом году они поедут на универсиаду в Казань. На саммите во Владивостоке, на молодежных играх в Австрии, в Инсбруке выезжали наши студенты. Наши студенты были на играх в Ванкувере, в Лондоне, на Олимпийских играх. Поэтому мы считаем, что это уже такая неотъемлемая часть нашей жизни, нашего развития, развития нашего волонтерского движения. И, безусловно, для нас этот опыт очень важен. Открытие универсиады в столице Татарстана состоится 6 июля. Наши ребята едут за неделю до спортивного события, чтобы там на месте познакомиться с инфраструктурой и приготовиться ко встрече гостей универсиады. Студенты Сочинского госуниверситета в составе 10 человек будут заниматься совершенно разными функциями. Кто-то будет волонтером спортивного информационного центра, кто-то волонтером сопровождения транспорта. Одни – ассистентами в сервисных центрах, другие – помощниками по экскурсионному обслуживанию. Очень интересно побывать на универсиаде в Казани, познакомиться с новыми людьми, получить какие-то полезные навыки, попрактиковать английский язык. Для того, чтобы попробовать свои силы, познакомиться с новыми людьми, потому что это безумно интересно. И мне кажется, для нас это такой шанс не просто посмотреть Олимпийские игры, но еще и посмотреть универсиаду. Это очень здорово. Ректора университета Галину Романову и руководителя волонтерского центра Сергея Черемшанова пригласили на закрытие универсиады. Тогда, собственно, и будет дана оценка волонтерской деятельности сочинцев. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.